Здравствуйте! Сегодня научимся готовить вкусный бульон в мультиварке. Для бульона нужно выбирать обязательно мясо с косточкой, потому что косточка дает наваристость. У меня здесь говяжья грудинка, значит, затем луковица. Она помытая, обрезана, вот. Немножко обрезана, но оставим ее для золотистости бульона. Одна морковочка, два лавровых листа. Значит, стебель сельдерея, 5 горошин перца и, конечно же, соль. Сразу укладываем все продукты в мультиварку. Так, нужно добавить обязательно соли, потому что бульон невкусный, не соленый. Значит, на такую грудинку ложечку соли будет достаточно столовую. Значит, заливаем очищенной водой. Значит, обратите внимание, сбоку есть такие меточки. Нужно, чтобы бульон, вернее, водичка закрывала косточку, тогда бульон будет наварист. Вот так, наверное, я покажу. Нужно воду не доливать до максимальной высоты. Видите, вот здесь написано максимальная. Ну, в принципе, и все. Открываем крышку. Так, затем нажимаем на меню. Тип продукта у нас говядина. Затем нажимаем на варку. Варка. Значит, я думаю, что этого много будет, конечно. Вот 50 минут достаточно для того, чтобы развалилось. Мясо отошло от кости. Мясо было очень мягкое. И нажимаем на старт. Все, вкусный бульон у нас будет готов через 50 минут.